Для лимонного напитка с мятой нам понадобится 1 лимон, мята свежая 3-4 веточки, сахар 70 грамм и вода 1 литр 700 миллилитров, либо 2 литра, это уже по вашему желанию. Воду нужно довести до кипения, с лимона выдавить сок. Затем нужно подготовить марлю и емкость, в которую будем процеживать сок. После того, как вода закипела, всыпаем сахар и даем ему раствориться. Затем добавляем мяту. В мяту также добавляем половинки оставшегося лимона. Далее все вместе нужно прокипятить 3-5 минут, после чего сразу же убрать лимон, чтобы напиток не горчил. Охлаждаем напиток до комнатной температуры, после чего напиток нужно процедить и влить лимонный сок, перемешать и дать полностью остыть. Подавать можно со льдом. Но это все на сегодня. Надеюсь, мой ролик вам понравился, был для вас интересным и полезным. Если да, то не забывайте поставить лайк, оставить комментарий. Но это все на сегодня. До новых встреч. Пока-пока.